Про этого человека при жизни ходили слухи, что он пил вино из черепа девственницы и носил ботинки из человеческой кожи. Впрочем, это всего лишь слухи. А вот то, что он в течение года возглавлял самую фантастическую республику в истории человечества – чистая правда. В этом выпуске «How it was» мы расскажем про Габриэле Д'Аннунцио – поэта, драматурга, политика, летчика, героя войны и диктатора-анархиста. Вы узнаете, как Габриэле добился литературной славы, опубликовав в газетах фейковое сообщение о собственной смерти, что привело его в политику, как он создал самое странное государственное образование в истории и почему провалил свою главную в жизни авантюру. Но сначала подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Габриэле Д'Аннунцио родился 12 марта 1863 года в провинциальном городке Пескара на берегу Адриатического моря. Его отец был мелким помещиком, торговцем вином и уважаемым человеком. Он даже недолгое время занимал должность мэра городка. Мать, Луиза де Бенедиктис, происходила из аристократического рода, вышла замуж в 19 лет и была несчастлива в браке. Так, во всяком случае, описывает жизнь родителей сам Габриэле. Поэт питал к ней самые нежные чувства, и они были взаимны. Среди пятерых детей в чете Д'Аннунцио Габриэле был самым любимым. А вот в отношении школы-интерната в городе Прато, куда его отдали, он был не так милостив. Языческая семинария, устроенная для стерилизации и охлаждения самых живых семян. Охладить семена у учителей не получилось. Д'Аннунцио учился прилежно, первый год закончил лучшим в школе, однако дисциплиной не отличался. Он оказывался частым гостем в карцере. Жизнь в интернате, построенная на полувоенных порядках, не терпела такого энергичного молодого человека. Творить Д'Аннунцио начал еще в школе. Во время обучения в интернате он написал первый сборник стихотворений «Primo Vero» ранней весной и с помощью отца издал его небольшим тиражом в 500 экземпляров. Дебют молодого поэта наделал достаточно шума как в литературном мире, так и в стенах родного интерната. Если критики с удовлетворением писали о появлении новой звезды, то школьные учителя резко осудили Габриэле за излишнюю откровенность и эротичность его опуса. Но Габриэле получил то, что хотел – всеобщее внимание и какую-никакую славу. Молодой человек не останавливался ни перед чем в борьбе за умы и кошельки своих читателей. Готовя переиздание своего первого сборника стихов спустя год после его выхода, Д'Аннунцио проворачивает дерзкий рекламный трюк. Отдав рукопись в одно флорентийское издательство, Габриэле посылает в газеты анонимное сообщение. Габриэле Д'Аннунцио, юный поэт, уже известный среди людей, интересующихся литературой, по дороге из Франковиллы, внезапно лишившись сил, упал с лошади и тут же скончался. Распространившись по всей Италии, эта новость заставила любителей поэзии буквально сметать с прилавков магазинов последнюю книгу безвременно ушедшего гения. В 1881 году Д'Аннунцио приезжает в Рим и поступает на философско-филологический факультет университета Сапиенца, итальянского Оксфорда того времени. Однако не слишком утруждает себя лекциями и экзаменами. Гораздо больше его интересуют женщины, светская жизнь и литература. Творческие достижения молодого поэта поражают. До конца 19 века он успевает опубликовать несколько сборников стихов, 5 романов, подрабатывает журналистикой, а также пробует себя в качестве драматурга. Известнейшие издания борются за право первыми напечатать новое творение модного писателя. Его шокирующие эротичные и столь же шокирующие автобиографичные стихи то и дело приводят к скандалам. А слава о Д'Аннунцио распространяется далеко за пределы Италии. О нем ходят самые немыслимые слухи о том, что он якобы пьет вино из черепа девственницы, носит туфли из человеческой кожи, купается в морском прибое голым, но верхом на коне, его любовницы живут все вместе в неком подобии гарема, а картотека его любовных похождений занимает целую комнату. Последнее, впрочем, недалеко от истины. Но литературные успехи не могли удовлетворить честолюбивого Д'Аннунцио. В 1897 году поэт решает попробовать себя в политике. Трудно сказать, были ли у Габриэле четко оформленные политические взгляды. Скорее, он руководствовался соображением, что в политике можно обрести не меньшую славу и почет, чем в литературе. Своим идеальным государственным устройством он считал афинскую демократию, хотя на демократию в классическом понимании его идеи похожи не были. Интеллектуалы, объединив свои силы, должны, исполнившись воинственного духа, выступить на стороне рассудка против варварских орд.
Так он заявлял во время предвыборной кампании. Сам себя Д'Аннунцио называл не иначе, как «депутатом красоты». Успешно избравшись в парламент, он не примкнул ни к одной партии. В разные периоды своего депутатства он мог сблизиться с консерваторами, затем порвать с ними и назвать себя социалистом. Все это делалось опять-таки ради шумихи. Первое десятилетие 20 века складывалось для поэта не слишком хорошо. Он все глубже уходил в долги, ведя расточительную жизнь светского льва, и в результате был вынужден бежать во Францию. Д'Аннунцио не обошел стороной и зарождающийся кинематограф, написав сценарий для эпического 6-часового пеплума «Кабирия». В разное время его коллегами по творчеству были известный композитор Клод Дебюсси и русская танцовщица Ида Рубинштейн, с которой у поэта даже была интрижка. В 1913 году Д'Аннунцио исполняется 50. Казалось бы, главные произведения уже написаны, самые яркие приключения позади, и остается почивать на лаврах. Но авантюрист Д'Аннунцио жаждал новых приключений, и возможность вскоре представилась. В 1915 году Италия вступила в Первую мировую войну. Поэт стремительно возвращается на родину. В 52 года он записывается в армию добровольцем. Сначала служит во флоте в Венеции, периодически отдыхая от тяжестей военного времени в своем городском особняке. Однако уже спустя пару месяцев записывается в авиацию. Поначалу многие обвиняли поэта в том, что он отсиживается в тылу, одновременно агитируя других отдавать свои жизни на полях сражений. Однако вскоре он заставил замолчать своих критиков. В войне он отдается так же самозабвенно, как творчеству или светским раутам. Участвует в разведывательных полетах и бомбардировках позиций австрийцев на итальянском фронте. В январе 1916 года, во время налета на австрийский Триест, Д'Аннунцио во время неудачной посадки самолета получил серьезную травму головы, из-за которой потерял глаз. Дорога в авиацию теперь закрыта. Однако поэт не унывает, переводится в пехоту и в сентябре 1916 года возвращается на фронт, приняв участие в очередной битве при Изонцо. В конце войны, в звании капитана и с несколькими наградами за боевые заслуги, он вновь возвращается в авиацию. К тому времени боевые вылеты сменились агитационными. 9 августа 1918 года Д'Аннунцио в составе специальной эскадрильи долетает до Вены и сбрасывает на головы горожан агитационные листки, призывающие отказаться от продолжения войны. Этот рейд стал главной новостью почти всех итальянских газет. 11 ноября 1918 года Германия капитулировала. Первая мировая завершилась. Однако главное свершение воина-поэта было еще впереди. На горизонте маячил Фиуме. Многие националистически настроенные итальянцы были недовольны итогами войны. Италия, несмотря на серьезные потери, получила намного меньше других победителей, а планы присоединить бывшие австрийские владения в Адриатике провалились из-за появления на Балканах королевства Югославия. Столкновения славян и итальянцев на побережье Адриатики начались практически сразу после перемирия на фронтах. В это же время дипломаты Италии и Югославии, пока еще государства словенцев, хорватов и сербов, безуспешно пытались определить принадлежность города Риека, он же Фиуме, в который в 1919 году был введен воинский контингент союзников для поддержания правопорядка. Однако в среде ветеранов недавно отгремевшей войны уже зрел план силового решения вопроса. Лидером грядущей военной акции должен был стать Д'Аннунцио. Получив письмо с приглашением возглавить рейд, поэт немедленно выехал в городок Ронки на границе страны. В сентябре 1919 года марш начался. Около 200 человек во главе с Габриэле перешли границу, а по дороге к ним присоединились многие итальянские солдаты, находившиеся у Риеки. 12 сентября отряд подошел к городу Фиуме и без боя занял его. Сначала Д'Аннунцио объявил о присоединении Фиуме к Италии, но итальянские власти не решились нарушать договор с союзниками и от нежданного подарка отказались. Тогда Д'Аннунцио изгнал союзные войска и объявил о создании независимой республики Фиуме. Союзнический контингент предпочел не эскалировать конфликт. Более фантасмагорического государственного образования мир еще не видел. В город стали стекаться художники, артисты, футуристы и анархисты. На улицах то и дело проходили парады, факельные шествия и костюмированные карнавалы. Проблемы с финансами и продовольствием решались захватом проходящих мимо пароходов и торговых кораблей и засадами неподалеку от города. Если еды все-таки не хватало, граждан республики задабривали кокаином, которого как раз было в избытке.
Проект Конституции Республики Фиуме сам ее лидер написал в стихах. Согласно этому документу, в городе создавалось 10 профессиональных корпораций, в которые жители обязаны были записаться. Главой республики объявлялся команданте, сам Данунцио, а помогал ему совет старейшин, состоявший из корпорации аристократов духа, самой главной в общественной иерархии. Законодательную власть представлял избираемый совет корпораций. Внешние обряды республики пытались копировать римские аналоги. Это касается и знаменитого римского приветствия, позже взятого на вооружение фашистами Бенито Муссолини. Дуче также использовал идею корпораций в будущем корпоративном государстве, которое он начнет строить в Италии после 1922 года. Осенью 1920 года положение Фиуме было неутешительным. Никто не признавал республику, кроме маргинальных политических движений. В кругу бойцов Данунцио росло недовольство. Они рассчитывали на то, что Риека будет присоединена к Италии, но их предприятие скатилось в бесконечный карнавал. Судьба Фиуме была предрешена. Итальянские войска за считанные дни разгромили республику в декабре 1920 года. Потерпев поражение, Данунцио вернулся в Италию. Там он не подвергся преследованиям, слишком уж был популярен. В эпоху политических перемен Данунцио пытался создать свою партию, которая бы конкурировала с фашистами Муссолини на правом фланге, но потерпел неудачу. В фашистской Италии Пэт жил спокойной жизнью звезды на пенсии. Возраст уже не позволял пускаться в авантюры. К тому же Дуччи опасался популярности Габриэля и устроил для него настоящую золотую клетку. Данунцио получил титул князя Монтеневозо, президентство в Королевской академии наук и собственную виллу на озере Гарда, откуда в последние годы почти не выезжал. Там поэт и скончался 1 марта 1938 года от инсульта, не дожив нескольких дней до своего 75-летия. Понравилось видео? Ставьте лайк и бейте в колокол, чтобы не пропустить новые выпуски «How It Was».